Многострадальный барак на Нагишкино лишился застройщика. Официально договор с ним расторгли 1 февраля 2020 года. За почти 15 лет компания так и не расселила жильцов дома по адресу Нагишкино 5 и ничего не построила на арендованной территории. Но провести новый аукцион и найти нового застройщика администрация города пока не может. Мы не можем снять обременение в Росреестре в связи с тем, что там оказался дольщик, то есть зарегистрированные права на этот земельный участок. Решать этот вопрос будут в суде. Также через суд определят судьбу еще 3 таких участков, которые арендуют недобросовестные компании. 8 территорий уже вернулись во владение города по взаимному соглашению или в одностороннем порядке. Всего под капитальное строительство предприниматели взяли в аренду 840 участков городской земли. Из них 150 так ничего и не построили. По каким причинам, выясняют сотрудники администрации. Делают запросы в Росреестр, проводят осмотры. Особенно тщательно проверяют участки, арендованные по программе развития застроенных территорий. Мы проводим аукционы. Победитель аукциона в соответствии с договором о развитии обязан разработать документацию, да, провести расселение, там, да, выполнить определенные условия, которые прописаны в договоре. Те, кто вот, недобросовестные, да, не исполняет договора, с такими договора расторгаются. До 1 мая определятся с точным списком застройщиков, с которыми расторгнут договоры. На свободных участках при необходимости построят социальные объекты, школы или детские сады, а также их можно повторно выставить на аукцион, чтобы их приобрели более обязательные застройщики. Яна Коробицына, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.